5 апреля 1945 года войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели городами и важными железнодорожными узлами Малатки и Брук. В боях за Братиславу 4 апреля войска фронта взяли в плен более 2500 солдат и офицеров противника. На Венском направлении войска 3-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление противника, заняли ряд населенных пунктов и перерезали автостраду Вена-Лин. На других участках фронта существенных изменений не произошло. Между Дунаем и озером Терте, Нойзитлерзее, немцы бросили в бой резерв. Советские летчики потопили в Дунае 2 немецких парохода и 3 баржи с военными грузами. За 5 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 40 немецких танков и самоходных орудий, сбито 39 самолетов противника.